Сьогодні говоримо про чоловіків і чоловічу красу. Як виглядати чоловікам стильно, модно. І розкаже вам про це Валерій Стройванс, наш перукар-стиліст. Доброе утро. Доброе утро, Юля. Юль, я сегодня хочу показать стрижечку, как стрижка может выглядеть максимально удобно, то есть вне зависимости от возраста. То ли это юноша, то ли это взрослый парень, то ли мужчина. А стрижечку, Юль, я сегодня буду делать ножничками, которые делают слайсинговые срезы. Какое-то модное слово такое. Да, слайсинг – это с английского языка переводится как кусочек. Если многие, которых я стригу, людей спрашивают, ой, это вы делаете филировку волос? Я говорю, нет, филировку волос я уже не делаю очень много лет. Ну, как много лет? Я их вообще не делаю. Я даже не знаю, как правильно делается филировочными ножницами стрижечки. Потому что, как вспоминаю свою первую учебу или 10 назад, мне сказали, забудь, что есть вообще филировочные ножницы. Ну, вот так мне получилось, что до сих пор я стригу только этими ножничками. Вот волосики мы сейчас смочим. Я думаю, что за немножко эфира, что у нас будет... Вот нашего я успею сделать быстро нашу стрижечку. Я, конечно, подготовил стрижечку чуть предварительно, потому что я чуть-чуть убрал, как если посмотреть, я убрал височечки, подправил линию нашу краевую. Вот. Ну, максимально смочим, потому что очень ножички хорошо режут, когда волосы максимально мокрые. Так. Юля, ты ничего не слышала такого, ну, стрижки, вид техники, может, где-то видела? Здається, коли почала з'являтися ця техніка, да, коли так стрижуть, я чула про це по телебаченню. Це було дуже модно і дуже шуму багато було, і галасу. Так, і зараз, я так розумію, що продовжується. Але не всі спеціалісти можуть це робити, я так розумію. Да, я эту технику этих срезов я отрабатывал на протяжении 2 лет. 2 лет я отрабатывал эту срезу. Два года. Потому что она не очень так, потому что срезы должны быть настолько точны. То есть, как бы, ну, это как вождение автомобиля. Мы водим, мы не контролируем наши руки и ноги, когда мы переключаем нашу передачу. Мы просто чувствуем машину и просто едем. Так же, как и здесь. В нашей стрижечке. А хто навчається? Навчаються? Це базовий курс навчання в навчальних закладах? Чи потрібно окремо навчатися? Помимо базових курсів, як говориться, все потрібно відрабатувати. Думаю, якщо, допустимо, нас навчили як-то красити, то потрібно ще відкрасити, пересмотрити, тому що, так як в моїй стрижці зараз, в даний момент, всі голови різні, везде, где-то може бути вихор, где-то може бути недостатньо багато густоти волосся, і потрібно контролювати... форму головы, чтобы она была при этой стрижке. Ну, это каждому очень индивидуально, нужно чувствовать. А еще я знаю, ты рассказывал кут тримания ножниц, да? Да, он идет везде по-разному. Я уже тоже его уже угол среза, я сам постоянно контролировал. Вот, и начинаем нашу стрижечку. Она вот таким методом у нас делается. А поки Валерій почав вже робити таке перетворення. Сучок приспускається, мені би хотів би подивитися. Наверно, да, мені чуть-чуть. А ну-ка, посмотримо. Мабуть, нет, это максимально. Мені чуть-чуть за висок, ну нічого. Ми навіть так зможемо подстричь. Вже дивились модні тенденції взагалі. Ну, інтернет мені в допомогу, так як так кажуть. А ще чоловік взагалі повинен завжди виглядати стильно, але не повинно бути такого відчуття, що він щойно із салону повернувся. І використання таких матеріалів, які для укладки волосся, гель, віск, взагалі все інше, те, що видно, як з цим цього року. Читала, що все природнє, воно красиво і воно повинно бути природнє виглядати. Могу сказати, да, ну максимально, ну не зовсім так уже воно виглядить естественно, вот. Ну скажу, що в этом году максимально отошли гели. Вот. Минимум использования геля. В основном перешли на те укладки, которые очень долго держатся на голове. Это использование пасты. У нас это паста, глина, которую тоже можно приобрести. Что такое паста, Юль? Паста – это такой укладочный материал, который достаточно долго держит нашу укладку. Достаточно долго.
Вот, вот таким методом ми просто простригаємо нашу стрижечку. Але нагадую, так само, як і з жіночими стрижками і зачісками, природність. Це головний посил взагалі цих років, які от розпочались. Да? Укладки залишили десь 10 років тому. Може, ці гелеві такі, що аж прям 3 дні буде триматися. Ні, ну от іменно от. Правильно подчеркнула, Юля, что именно 3 дня держится укладка с укладкой пастой. Mm-hmm. Есть такая паста укладочная. Если кто-то хочет, может прогуглить и подобрать для себя индивидуально пасту для укладки. Вот такую данную даже в стрижку, которую подсушим ее. Вот. Если где-то даже в дорогу ее уложить пастой, это 100% уверены будем в том, что наша стрижка продержится достаточно очень долго. Mm-hmm. Ще однією тезою хочу з тобою поділитися – відкрите обличчя. Як з цим? Тобто чолку ми прибираємо і робимо більш зверху. Зачіски сидять так от зверху. Наскільки все індивідуально, я тобі скажу? Думаєш, індивідуально, так. Ну, більшість, звісно, сильная наша половина, мужчин, конечно, любит, чтобы больше было открыто, конечно, лицо, угу. Чтобы челка наша не падала. Ну, дає мужності. Да. Хоча бачу в тебе модна зачіска, але з чолкою, так? Ну, у мене така робота. Що ти звик, я думаю, до неї. Да, я просто привик, тому що у мене така робота, як говориться, сапожник без сапог, це моя сама оптимальна моя стрижка, з якою можу проходити місяць, два і три, бути не постриженим, але в то же время в своєму стилі. Зручно. Да. Ось, буквально практически она нашими ножничками я вот задаю направление волосикам, чтобы волосики лежали максимально удобно. Ну и даже если перечесать потом волосы в другую сторону, они будут практичные в другую сторону. То есть стрижка у нас универсальна. Да, универсальна в том, куда ветер не подует, везде с разных сторон она практичная, удобная, красива. Одразу собі рекламу зробив стрижки від Валерія Стройниця. Завжди зручно, в який би біг, вітер не дув. Да. Ну, я так, звісно, стараюся всіх, не тільки мужські стрижки, але так і жінські стрижки. Вони теж максимально практично удобні. В тому плані, що якби ми наші волосся положили в цю сторону, в ту, вони завжди повинні виглядати дуже хорошо. Ну, я бачу тут ще волосся дуже зручне, тому що воно пряме. Як робити, що робити з кучавим волоссям? Яку стрижку порадиш? Как и с прямым волосом, так и непослушным. Если в руках мастера вот такие ножницы и вот. И наши волосы, они будут в любом случае, как говорится, я им задам то направление, куда им лежать, куда удобно. Вот. Вот, вот, вот. Еще чуть-чуть, и наша стрижка практически готова. Людина вже зовсім інакше виглядає навіть. Да. Нове життя розпочинається з нової стрижки. Да, могу сказати, що на сьогоднішній ефір, вот, Євгенія, у мене вперше. Тобто, могу вот так сказати, мені просто привели, я искал какого-то удлиненного стрижечку, и как бы на сегодняшний день как бы мужчины, как являются, я так понимаю, очень стеснительны, очень мало кого можно было привести в эфир и как бы сделать стрижечку. То есть с этими волосами я еще не работал. Вот. Сегодня мне впервые пришлось вот сделать стрижечку. И если мы посмотрим, у нас практически стрижечка готова. Еще немножечко щелочкой вот поработаю. Так, швидко. Да, она практична. Так швидко і волосся просто в різні боки. Ну, видно, працює професіонал, що скажу. Я зараз буквально от пару минуточок подсушу нашу стрижечку, і ми її уложимо, і наша стрижка вже практична, удобна і красива. У нас 30 секунд мовчання, поки працює техніка. Thank you.
когда я подсушил, мне еще тоже, если присмотреться на нашу стрижку, допустим, может, для тебя и все хорошо, но для себя я бы еще несколько моментов бы подчеркнул бы, чтобы она максимально была по форме головы красиво пострижена и удобно. Когда потом для укладки, да. Потому что в мокрых, когда волосы мокрые, не очень хорошо видно совершенно наши где-то непослушные стороны. Вот, то, что есть вихри у нас и здесь, его чуть-чуть можно пристроить, чтобы у нас все было аккуратно и красиво. Минулого разу ти розповідав про зачіски, як зробити зачіску влітку і приборкати своє волосся. Там була така фраза, що якщо ви зустрінете свою долю, ви завжди будете на висоті. Я думаю, з такою зачіскою теж можна зустріти свою долю і не осоромитись. Так, да, Юрій, з тобою согласен, це однозначно. І об'єм, і природно, і красиво. Для жінок ти теж робиш такою технікою стрижки, да. Правильно? Так. Да. Я, от, кстати, недавно смотрел фільм з участием Шерил Стоун. Вот. Женщина-кошка. То есть я обратил внимание, но как бы мне уже посмотреть, как бы уже даже и в фильмах, или в передачах, или просто на улице, где использовали какую технику стрижки. То есть могу подчеркнуть, что у Шерил Стоун в этом фильме использована была именно эта техника стрижки. Женщина-кошка. Если посмотреть, там очень короткие волосы. Там никак эти волосы не филировались, не абсолютно. Там именно сласен стрижка. То, что говорит сласен, кусочек. Если посмотреть, конечно, сейчас очень плохо видно. Я сейчас могу выделить нашу стрижечку стайлингом. Не знаю, глядача, можливо, и пану, да, мне тут дуже добре видно. Як ти... Я могу сейчас выделить нашу стрижечку. Это я сейчас вот размазываю. Шо це? Это воск. Это жидкий воск. Глину, конечно, удобно использовать, когда очень уже на длительный срок мы делаем какую-то укладочку, чтобы быть уверенным, или при большой влаге. А воск у нас всегда практичный. Это вам укладку. Да, да, то есть какого-то особого, не знаю, каких-то особых движений абсолютно не нужно делать. Стрижка может выглядеть, смотря куда мы идем и как мы сегодня, какое у нас настроение, как мы чувствуем себя. Вот эту же стрижку, ее можно было просто приподнять вверх. Вот, это будет выглядеть вот так. Вот. Даже вот в юном возрасте. Как фотомодель на укладинку журнала. Ну вот. А если более какая-то у нас, вот в школу мы идем уже, или какие-то в гости, можно нашу стрижку сделать более-менее классической, в то же время интересной. Можна запитати у твоєї моделі, куди він сьогодні йде, щоб одразу наперед зробити. Ну, це вже, мабуть, останеться в історії нашої моделі, куди він сьогодні поїде. Ну, мені подобається, коли ти ось так зверху зробив. Да. Ну, от і чолочку, звісно ж, чуть-чуть з легкими движеннями можна подергати наперед. Вот. Ну, от і маємо стрижку. 5 хвилин, зачіска готова, зачіска має сучасний і модний вигляд. Модель задоволена? Так, йому подобається. Отже, якщо ви чоловік, це не означає, що не потрібно витрачати час на свою зовнішність. Чоловіки повинні бути стильними і завжди виглядати такими. Завжди виглядати так, ніби ви сьогодні зустрінете свою долю, як сказав Валерій. Отже, у нас в гостях був Валерій Строганс, наш перукар-стиліст. Дякую тобі за твої практичні поради. І ми повертаємось до нашої студії.